10 многоквартирных домов будут отремонтированы в этом году в Фокино по программе капитального ремонта. На эти цели из фонда регионального оператора планируют выделить порядка 58 миллионов рублей. В перечне ремонтных работ – ремонт инженерных внутридомовых сетей, замена кровли, устройство скатных крыш. В рамках краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае, действующей на основании 227-го краевого закона, в 2016 году в городском округе будут отремонтированы 10 домов. В план капремонта внесены дома 1 и 3 по улице Госпитальной, где планируют провести устройство скатной кровли, ремонт сетей холодного водоснабжения. Полную замену инженерных сетей проведут в малосемейках Строительная 3, 5 и Усатого 17. Мягкую кровлю отремонтируют в домах номер 17 и 49 по улице Карла Маркса. Помимо этого, капитальный ремонт крыш будет произведен в 3 многоквартирных домах в поселке Дунай по адресам Ленина 31, Советская 20 и Юбилейная 2. Список домов, подлежащих ремонту в первую очередь, определяется лицами, ответственными за управление многоквартирными домами, управляющими компаниями ТСЖ. На основе представленных ими актов администрация города формирует реестр для направления в фонд регионального оператора, на счетах которого аккумулируются средства граждан по статье «Капитальный ремонт». В настоящее время уже заключены контракты на проведение ремонтных работ с подрядными организациями. Срок исполнения контрактов – октябрь 2016 года.